Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 88. В этом уроке я хочу вам показать три плагина, без которого ваш Joomla сайт просто не может существовать, если вы хотите добиваться каких-то успехов в интернете. То есть, чтобы ваш сайт в Яндексе и в Гугле был выше, ближе к топу среди ваших конкурентов с минимальными какими-то телодвижениями. Конечно же, тут все зависит еще от конкурентности вашей тематики и от многих других факторов, но эти три простые шага, три простых плагина, они первый шаг к успеху, который необходимо сделать. Итак, первый плагин Optimiz. Он позволяет сжимать страницы, CSS, JavaScript, объединять в один файл и многое другое. О нем уже у меня есть видеоурок. Урок номер 87. Ссылочка будет под этим видео на подробный урок о плагине Optimiz. А второй плагин No Doubles. Дело в том, что Joomla и не только Joomla, практически в каждой КМС есть такая проблема, как дублирующие страницы, то есть дубли страниц. С ними нужно, по идее, бороться, их надо уничтожать, например, делать редирект. Так вот, плагин No Doubles, он в автоматическом режиме, например, ищет com-content, все материалы, там, где есть дубли, он их убирает. Конечно же, это только верхушка айсберга в плане дублей, так как там необходима серьезная работа, индивидуальный подход к каждому сайту, в зависимости от каких расширений, какие расширения используются на сайте, будь это интернет-магазин или каталог, у каждого элемента может быть свои дубли. Там нужно вручную их искать, прописывать правила в htaccess и так далее. Но плагин автоматически уже убирает большое количество дублей, что уже позволит в выдаче, например, Яндекса быть выше. То есть дубли уберутся со временем, в течение, например, месяца, только за счет автоматического убора дублей вы уже подниметесь выше в Яндексе. Это важный момент, это необходимо сделать. Что такое дубль, например? У меня включен Ceph на этом сайте, на тестовом. И обратите внимание сейчас в адресную строку браузера. Я зашел в пост. И конец ссылки у меня имеет вот такого вида. .html. Это просто пример. Смотрите, если сейчас я убираю HTML и точку, нажимаю Enter, то у меня загружается страница, такая же абсолютно, без точки HTML на конце. Вот это и есть уже дубль. И таких дублей может быть очень много. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Следующий плагин No Extra Links. Этот плагин позволяет закрывать внешние ссылки, чтобы на них не переходили поисковики. Внешние ссылки – это могут быть социальные кнопки. Вы в посту разместили, да, чтобы поделиться статьей. Или просто вы размещали в статье или где угодно на сайте какие-то сторонние ссылки, абсолютно любые, на любые другие ресурсы – это сторонние ссылки. У вас на сайте их может быть очень много. И вот этот плагин в автоматическом режиме закрывает все эти внешние ссылки. Зачем их закрывать? Когда страница имеет внешние ссылки, по этим внешним ссылкам уходит как бы вес нашей страницы. А нам нужно наоборот вес собирать. Чем тяжелее страница, тем она будет выше выдачи. А если мы будем раздавать свой вес страницы направо и налево, ненужные абсолютно на эти, например, социальные кнопки, то в этом, от этого ничего хорошего нет. Их нужно закрывать. Закрываются эти ссылки специальными тегами noindex и nofollow. Только благодаря вот этим трем плагинам, если вы выполните это, по сути, простые действия, уже за счет только этого вы в поиске, например, в Яндексе, уже будете выше, благодаря только этим простым шагам. Поэтому это важный урок. Переходим в админку Joomla. Optimiz плагин я не буду ставить, так как в прошлом уроке я объяснил, как это все делается. В этом уроке рассмотрим два плагина. Начнем с плагина No Doubles. Эти плагины вы сможете скачать с моей странички. Ссылочка будет прямо под этим видео. Перейдете на мой сайт. Как обычно, это все устанавливается. Расширение, менеджер расширений. Загрузить файл пакет. Я перетягиваю плагин No Doubles. Плагины все бесплатные. У плагина No Doubles есть платная версия. То есть, например, тут некоторые возможности закрыты. Убирание дублей компонента Zoo и интернет-магазина JoomShopping. И сразу же давайте поставим второй плагин No Extra Links. Также установим. Переходим в менеджер плагинов. Два раза кликаем по ID, чтобы отсортировать, и наши плагины были наверху. Итак, No Doubles. Заходим внутрь. Сначала его сразу включаем. Лицензионный ключ – это у нас
Здесь в подсказке написано, если вы хотите, чтобы у нас работали NoDoubles с компонентами K2, Virtual.mat, JubShopping и Zoo. То есть в остальном здесь писать ничего не надо, у нас остальное все работает. Здесь ничего не трогаем, переходим на вкладку «Компонент», и у нас уже стоит галочка напротив «Com-Content». Ну, это стандартный ком-контент Joomla, то есть вот эти обычные статьи, материалы, создать материал. Вот ко всем этим страницам у нас автоматически будут дубли убираться. То есть здесь ничего не надо делать, галочка стоит. Здесь у нас есть представлены другие компоненты. Если вы их используете, то есть вы просто читаете название, если у вас из этого списка какие-то компоненты также установлены на сайт, вы также можете поставить галочку и убрать дубли. Точнее будет сказать, что у нас здесь отображаются все компоненты, которые сейчас у меня присутствуют на сайте. Если у вас будут какие-то другие компоненты, здесь также появятся данные опции, где вы сможете также поставить галочку, чтобы убрать дубли. По сути все, сохраняем, закрываем. У нас в автоматическом режиме все дубли будут убираться. Следующий плагин, система запрета индексации внешних ссылок. Переходим, включаем. И вот у нас уже здесь все включено, здесь все на русском. Заключить в noindex. Да, конечно, обязательно. Добавить тег rel nofollow, то есть не переходить по ссылке. Ставим, стоит да, оставляем да. Добавить title, ну, можно оставить на ваше усмотрение. Как открыть ссылку в новом окне или в том же окне? То есть выбранный бланк в новом окне, значит, открыть. По клику по ссылке с вашего сайта автоматически все внешние ссылки будут открываться в новом окне. Это хорошо. Оставляем так. Использовать JS здесь уже на ваше усмотрение. У меня на сайте кнопочки пропали, когда я вот так включил. Будьте осторожны. Также посмотрите на сайт, если у вас кнопки не будут работать какие-то на сайте. То есть проверьте все ссылки кнопки, которые вы создавали на сайте. Если кнопки будут отображаться ссылками, а не кнопками, то, скорее всего, вот эта кнопочка лучше поставить в положение «нет». Дальше можно здесь вписывать сайты разрешенные. Это, например, если вы продаете ссылки с сайта, которые нельзя закрывать, да? То есть вы их продали, на них должен переходить вес. То есть здесь вы их можете перечислять. Также исключенные пункты меню можно исключить, исключенные категории и исключенные статьи. Все, в принципе, здесь сохранить, закрыть. Я на сайте добавил ссылку, чтобы вам показать наглядно, что плагин работает, который у нас закрывает ссылки внешние. Вот у нас ссылка. Выделяем правой кнопкой мыши, просмотреть код. Обращаем внимание вот сюда. Вот наша ссылка. Я разместил ссылку на хостинг. Сверху вы можете наблюдать, подставляется автоматически тег noindex. Дальше мы смотрим, вот здесь вот написано rel nofollow. И тегер blank, открыть ссылку в новом окне. Эти все действия автоматически. Автоматически они назначатся ко всем вашим сторонним ссылкам на вашем сайте. Это очень круто. На этом данный урок закончен. Надеюсь, для вас он был полезным. Если так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.